Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, добрый день, дорогие партнеры системы 21. На связи Андрей Веденьев. Сегодня у нас стартовый вебинар в нашем 2015 году. Он посвящен новостям компании. Мы с вами поговорим о том, что для нас подготовила компания LR, как спланировать этот год, как спланировать конкретный месяц январь и как сделать так, чтобы у вас были очень сильные результаты в 2015 году. Мы с вами сегодня обсудим, что для нас приготовила компания, но давайте с вами начнем с того, что мы познакомимся. Вот сейчас можно будет в чате много всего написать, из какого вы города. Сейчас можно писать сообщения в чате. Давайте посмотрим, какая у нас география. Я даже не буду это перечислять, потому что идут очень быстро, сменяются города, Россия, Украина, Казахстан, разные уголки России, города из Европы. То есть нас сегодня очень много, вы видите, более 1500 человек у нас сегодня на этом вебинаре. Я чувствую, что год мы с вами начнем очень сильно. Отлично, друзья. Итак, как я сказал, мы с вами поговорим о новостях компании, мы с этого начнем. И я могу вам сказать следующее, что благодаря этим новостям к нам в бизнес, к вам в бизнес придет большое количество сильных людей. Многие люди в 2015 году гораздо лучше смогут разглядеть преимущества LR, что LR предлагает и что эта компания может поменять в их жизни. И давайте, не тратя времени даром, мы сразу перейдем к этим новостям. Начнем с самой главной из них, самой важной новости. Об этом многие партнеры думали, многие переживали. О чем идет речь? Очень сильно вырос курс евро. Как вы видите, в России курс евро только за последние несколько месяцев вырос на 50%, и были даже моменты, когда он подрастал там на 70-80%. И понятно, что LR – это компания немецкая. Понятно, что производство в Германии, в Европе, и продукция так или иначе, производство продукции связано с курсом евро. И многих партнеров волновал вопрос, насколько будут повышены цены, потому что повышение цен неизбежно. Вы знаете, что многие компании сейчас поднимают цены на 20, на 30, на 40%. И у меня к вам вопрос, друзья. Как вы думаете, на сколько процентов компания будет поднимать цены? Пишите в чате вот ваши такие реалистичные оценки. 20, 10, 15... Разные есть варианты. Отлично. Друзья мои, у меня для вас есть потрясающая новость, и у меня есть сильное подозрение, даже я бы сказал уверенность, что после этой новости вы просто оборвете трубку телефона, вы будете звонить всем, кого вы знаете, чтобы рассказать им про то, что с LR можно получить очень стабильный бизнес. Так вот, в России с февраля месяца компания поднимает цены, сейчас загрузится слайд, чтобы я тоже его увидел, у нас сегодня много в комнате. В России компания LR поднимает цены на 5%. Вы можете написать в чате ваши эмоции по этому поводу, да. И, ну, друзья мои, мы сейчас обсудим, что это для нас значит, но давайте, значит, обсудим несколько других регионов, в которых компания работает. В Казахстане нам, по крайней мере, на встрече с руководством не анонсировали вообще никакого поднятия цен. То есть в Казахстане, насколько я понимаю, цены остаются на том же уровне. Если брать Украину, то по Украине за это время курс евро вырос чуть ли не на процентов 100-150, ну достаточно сильно. И вот там, на украинском рынке, компания поднимает цены всего на 17,5%. То есть вы понимаете, что это значит? Это значит, что мы с вами строим бизнес в сильной компании. Это значит, что цены практически вообще не выросли, цены остались на том же уровне. И вот эта стабильность сейчас будет привлекать к нам в бизнес большое количество сильных людей. Потому что, по сути, ответьте себе на несколько вопросов. Ответьте себе на несколько вопросов. Как вы думаете, будет ли наша продукция пользоваться спросом, более того, повышенным спросом, при том, что сейчас на рынке многие компании поднимают цены на 20-30% и даже гордятся этим. Я слышал заявления от партнеров и других компаний, а вот наша компания сетевая всего лишь на 20% подняла цены, какие мы молодцы. Как вы думаете, будут ли продукты LR пользоваться спросом при таком раскладе?
что у нас цены практически остались на докризисном уровне. Как вы думаете, будет ли стабильность компании привлекать в бизнес сильных людей? И вот я могу сказать, что, ну, ответы в чате вы видите, что действительно будет спрос на продукты, собственно, он и до кризиса хорошо продавался, а сейчас с ростом цен будет еще лучше продукт продаваться. И, естественно, сейчас там будут в бизнес приходить люди, будут приходить предприниматели, которые не выдержали вот этого скачка курса и закрыли бизнес, им нужна стабильность. К нам будут приходить предприниматели, которых подвели поставщики, выкатили им цены, связанные с курсом евро, которые задерживают поставки. К нам будут приходить люди, которые на самом деле сейчас, они знают, что делать, они умеют строить бизнес, им просто не хватало сильного партнера. Но пока все было хорошо, пока ситуация на рынке была стабильная, то это, в принципе, было неважно. Если ты что-то делаешь, ты себя нормально чувствуешь. А вот именно в кризис глаза открываются, и ты понимаешь на самом деле, насколько важно иметь за спиной такого сильного партнера. Потому что кризис на самом деле показал, вот знаете, как есть такая фраза, когда отступает вода, когда отступает море, становится видно, кто плавал голышом. И вот как раз для многих предпринимателей кризис – это будет момент истины такой, что люди пытались выживать поодиночке, и поодиночке получилось, откровенно говоря, не очень хорошо. И вот здесь, в компании LR, мы можем людям предложить такой спасательный круг. Мы можем людям предложить возможность стабильности, возможность дополнительного дохода. У нас есть система работы с клиентами, отработанная уже на практике. Мы можем предложить возможность дополнительного дохода. У нас есть система построения больших организаций. То есть вот эта новость – это то, что в 2015 году вы сможете ее рассказывать на протяжении всего года. Ну, по крайней мере, понятно, я не могу заглянуть вперед на все 12 месяцев. Но вот, по крайней мере, сейчас у нас есть вот такой вот козырь. Цены выросли всего лишь на 5%. Окей, ну что ж, мы с вами пойдем дальше, потому что это еще не все новости. Следующее, что приготовила для нас компания, это новая программа лояльности. Сейчас я опять же дождусь, пока загрузится слайд. И опять же я попрошу модераторов сейчас блокировать людей за переписку в чате не по делу, потому что у нас сейчас 1684 человека в комнате, и, друзья мои, приходится как-то этот процесс контролировать. Отнеситесь с пониманием. Окей. Итак, соответственно, компания запускает с 2015 года новую программу лояльности. Как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Если вы делаете оборот 250 баллов, личный оборот 250 баллов, в течение 3 месяцев, то компания возвращает вам на счет 3000 рублей. Это специальный счет, этот счет в LR, который вы сможете использовать для покупки продукции. То есть, по сути, знаете, как вот, ну, кэшбэк, есть такой термин, возврат денег там за покупки. И я бы сказал, что это очень неплохой кэшбэк. То есть, соответственно, 250 баллов, скажем, в январе, феврале, в марте, и у вас на счете дополнительно 3000 рублей, которые вы можете использовать как скидку на продукт. Понятно, что, ну, вот по Украине это примерно 1000 гривен получается, по Казахстану, ну, тоже там можете перевести, там, порядка, может, 15 тысяч тенге, насколько я понимаю. Это вот, ну, те новости, которые нам компания озвучила, здесь вот, ну, по крайней мере, цифры в рублях здесь есть. И что это означает для нас с вами, друзья мои? Вот, опять же, да, вы в чате можете сейчас отреагировать, как вам такая новость, я пока немножко раскрою ее более подробно. Что для нас с вами означает? Это означает с вами, для нас с вами то, что люди, которые покупают для себя продукцию, они смогут ее покупать для себя более стабильно и в больших количествах, потому что компания это поощряет. Люди, которые занимаются продажами продукции, которые работают с клиентами и делают стабильно 250 баллов оборота, для них это будет дополнительный доход. Еще один небольшой, но почему бы нет? То есть сейчас кризис, любой источник дохода. То есть и для клиентов, и для тех, кто покупает продукцию для себя, и из партнеров, и для тех, кто занимается активно продажами. Это очень неплохое добавление, такая новая программа лояльности. Что еще? Вот видите, в правом углу, в нижнем, там есть такой маленький прямоугольничек незаметный. На английском языке, компания запускает программу поощрения лучших продавцов.
То есть вот ну, до этого, как вы знаете, у нас признание получали в основном люди, которые строят бизнес, строят большие организации, вот это люди, которых вы видите на сцене с большими чеками и так далее. Но до этого у нас в компании люди, которые занимались продажами, они, по сути, зарабатывали деньги на этом. У нас хорошая скидка на продукт розничная, на центр хорошая. Но, по сути, никакого признания они не получали. И вот с этого года компания запускает программу поощрения лучших продавцов. Если за календарный год, то есть с января по декабрь какого-то года, вы делаете 6 тысяч баллов личного оборота суммарно за все несколько месяцев, за все 12 месяцев, либо 9 тысяч баллов личного оборота суммарно, либо 12 тысяч баллов личного оборота, то от компании вы получаете сертификат как лучший продавец, и вы получаете значок бронзовый, серебряный, либо золотой, ну, в соответствии с тем уровнем товарооборота, который вы достигли. И сейчас вот, ну, те люди, которые активно занимаются продажами, это, ну, они тоже получают поощрение. Да, это ну, не финансовая какая-то мотивация, поскольку ну, финансово у нас и так все хорошо, у нас хорошая скидка на продукт. Но до этого, по сути, мы продавцов никак не признавали. Сейчас, вот начиная с этого года, компания, по сути, этим заявляет, что, ребята, если вы занимаетесь продажами, ВЛР это делать почетно. Мы вас уважаем, мы вас ценим. То есть это хороший источник дохода для вас, это хорошая профессия, это почетная профессия. И вот эта программа, она будет заниматься признанием продавцов. Окей, итак, новая программа лояльности, 250 баллов в течение 3 месяцев подряд каждый месяц, и вы получаете кэшбэк и плюс программа поощрения продавцов. И, кстати говоря, это 250 баллов, как вы видите, здесь такие фигурные скобочки каждые 3 месяца. То есть вы можете эту программу лояльности повторять, выполнять каждые 3 месяца. Выполнили январь, февраль, март, получили 3000 рублей кэшбэк. Выполнили апрель, май, июнь, еще 3000 рублей получили. И, соответственно, это такая повторяющаяся программа лояльности. Если вы в любом случае научились делать 250 баллов, работая с клиентами, ну, отлично. Для вас это будет дополнительный бонус. Окей, следующая новость, на мой взгляд, она сейчас многих партнеров очень сильно вдохновит, потому что, смотрите, вот, друзья мои, у меня к вам вопрос. Кто из вас уже успел приобрести и изучить справочник по продукции? Напишите ваши ощущения, какие у вас мысли возникли по этому поводу. Когда вы изучили, компания, как вы знаете, запустила в прошлом году еще справочник по продукции, порядка 100 страниц. Круто, бомба, да, действительно. Так вот, для вас есть хорошая новость. Справочник, как вы знаете, он в розницу продается по 500 рублей, и первый тираж был выкуплен практически, потому что там, по сути, ответы на вопросы наших партнеров по продукту. Так вот, хорошая новость заключается в том, что буквально с февраля месяца компания будет включать справочник по продукции в каждом стартовом наборе для партнеров. В ближайшем будущем для Украины тоже планируется это добавить. Что важно, как я сказал, справочник стоит в розницу 500 рублей, но для новых партнеров, когда этот справочник компания включила, цена стартового набора не увеличивается. Представляете? То есть партнер получает потрясающий инструмент и при этом не платит за это больше. Вот я надеюсь, вы осознаете, что такое строить бизнес с сильным партнером, сильной компанией. Да, для компании это дополнительные расходы. В том числе и вот уровень цен, который она держит. Но компания понимает, что рынок СНГ – это важный рынок. И компания готова вкладывать в этот рынок. Компания готова инвестировать в этот рынок. И какие выгоды нам это дает? То, что справочник по продукции будет сейчас у каждого нового партнера. До этого, если у нас клиенты либо партнеры спрашивали, а скажите, вот как, какие там, вот, что делает этот продукт, как использовать тот продукт, как этим пользоваться, как тем пользоваться. И нужно было где-то выискивать информацию, проверенная она, непроверенная, то есть где-то собирать всю одну кучку. И ну, много нервов, много времени тратило. Сейчас вы можете партнеру сказать, смотри, открой справочник по продукции, там все есть. Это экономит ваше время, это экономит ваши нервы, что тоже немаловажно. Ну, потому что, ну, как-то некомфортно ты себя чувствуешь, когда не можешь поддержать партнера, ответить на вопрос. И сейчас вот с этим справочником, соответственно, вам будет проще отвечать на вопросы партнера.
Более того, этот справочник вы можете давать клиентам, чтобы люди изучили информацию по продукту и поняли, зачем он нужен. Соответственно, о, у нас тут какой-то звонок. Я сейчас нахожусь в Таиланде, и мы тут снимаем апартаменты. Первый раз за все это время у нас тут такая ситуация. Ну, ничего, значит, на записи у нас будет этот звонок. Итак, соответственно, больше клиентов, поскольку с помощью этого справочника можно будет ответить на вопросы. И больше постоянных клиентов, больше стабильных клиентов. Что это еще означает? Это еще означает, что, вы знаете, когда к нам в бизнес приходят партнеры, понятно, что ну, не всегда они остаются в бизнесе навсегда. То есть человек пришел, попробовал позаниматься бизнесом и через какое-то время перестал заниматься бизнесом. Ну, вот так бывает. Так вот, если у него будет справочник по продукции, и он поймет, зачем ему нужен этот продукт, то в этом случае человек сможет остаться клиентом, даже если он перестал заниматься бизнесом. Это, на мой взгляд, очень сильно будет укреплять наш бизнес. Именно стабильность товарооборота будет гораздо более стабильным. Ну что ж, это вот три основных новости, с которых я хотел бы начать. Это то, что остаются на очень низком уровне цены, запускается новая программа лояльности, и теперь справочник по продукции будет у каждого нового партнера. Друзья, вот я прошу вас сейчас в чате отреагировать, как вам вот эти вот новости, которые вы сейчас узнали. Напишите ваши впечатления, ваши эмоции какие-то, которые у вас сейчас есть. Угу, отлично. Окей, но это не единственные новости. Это не единственные новости, которые у нас компания для нас подготовила. И, соответственно, есть еще ряд очень полезных вещей. Для начала, друзья мои, если вы смотрели свой персональный офис, то вы видели, что в правой части персонального офиса появилось меню с новостями. Вы увидели, что там сейчас есть выложены брошюры, выложены видео с новостями на 2015 год. Поставьте плюсик, если вы эти новости изучили, полностью со всеми познакомились. Минус, если изучили не все, либо пока еще вообще не знаете. Окей. Отлично. Слушайте, я так чувствую, что у нас тут в Таиланде настолько горячие новости, что может быть даже что-то загорелось, потому что звонок продолжает пока звенеть. Ну вот жена пошла проверить. Я думаю, она мне скажет в случае чего. Ну что, весело-весело, встретим Новый год. Окей, итак, хорошо, да, ну если что, друзья, если вдруг мне нужно будет срочно эвакуироваться, то вы не переживайте, Генрих у меня примет эстафету, и вы все новости узнаете, все будет хорошо. Итак, соответственно, специальное предложение, специальные новости вот в этом правом блоке. Зайдите персональный офис, изучите эти новости. Если вы строите бизнес не в России, то вы можете переключиться, вот слева, видите, есть вкладка «Выбрать страну», и вы там можете, соответственно, переключиться на персональный офис России, эти новости посмотреть. Окей, ну давайте с вами несколько новостей все-таки обсудим. Мы сейчас не будем подробно в них вдаваться, но вот самая, на мой взгляд, эмоционально заряженная такая новость, то, какое путешествие подготовила нам компания. Это путешествие, круизное путешествие 2016 года. Нас ждет 4-мачтовый парусный лайнер. Представьте себе, что там будет, когда соберутся несколько сотен самых успешных партнеров. Вам будет что посмотреть, вам будет что сфотографировать на видео, вам будет что показать вашим партнерам, вам будет что выложить в социальных сетях, чтобы показать тем людям, которые за вами наблюдают, за вашим стилем жизни. И, ну, друзья мои, вот это то, что для вас подготовила компания. Поставьте цифру 10, если, вот, ну,
оцените по 10-бальной шкале, насколько вы уверены, что вы будете в этом путешествии от компании. Окей, хорошо. Давайте с вами сейчас для того, чтобы в это путешествие поехать. Условия достаточно понятные. Необходимо в 2015 году из новых партнеров, которые пришли к вам в 2015 году, развить 3 новых группы младших менеджеров. И каждый из этих младших менеджеров в разных ветках должен подтвердить квалификацию трижды в 2015 году. И плюс к этому нужно закрыть до конца мая 2016 года квалификацию лидера организации. Вот такие у нас новости. Это что касается круиза. Ну, друзья мои, если вы никогда не были в круизе, я вам могу сказать, у меня один раз такое путешествие было. Это потрясающее впечатление. Из всех вот тех путешествий, которые я проходил, круиз был самыми сильными впечатлениями. Что еще для нас подготовила компания? Теперь давайте с вами поговорим про новости на январь. В январе у нас запускается специальный промоушен на линейку Росин. Это единственное предложение. Это Росин — это самая бюджетная линейка по уходу за собой в компании LR. И еще дополнительно компания нам предлагает скидки в январе этого года. Соответственно, оповестите ваших клиентов, посмотрите флаер. Это для вас дополнительный источник дохода. Окей, едем дальше. Еще несколько новостей, которые нам стоит с вами обсудить. Сейчас загрузится картинка. Да, специальная акция в январе «Горячий январь». И для меня это акция, которую запустила компания. Она ценна тем, что победить в ней может каждый. Вне зависимости от того, насколько вы лучше или хуже умеете строить бизнес, чем топ-лидеры, чем самые продвинутые ребята в LR, вы можете выполнить этот промоушен, этот конкурс и победить в акции «Горячий январь». У акции «Горячий январь» есть 3 уровня. Уровень первый. 250 баллов личного оборота. Ну, собственно, то, что мы и так делаем. В январе это вам принесет дополнительно Starbucks. Уровень второй – 500 баллов личного оборота, либо, можно пойти по другому пути, 2 старта, каждый на 250 баллов. Это принесет Starbucks и специальный ежедневник от компании. И уровень третий, самый вкусный, это 750 баллов личного оборота, либо 3 старта. В этом случае будет Aloe Vera Box, плюс ежедневник, плюс Mindmaster. Да, если я сказал Starbucks, естественно, оговорился, Aloe Vera Box. Да. И плюс еще одна акция, она будет длиться 2 месяца, январь и февраль. Те, кто сделают 1000 баллов нового оборота суммарно за январь и февраль, получат, соответственно, призы от компании. Специальный парфюм, посвященный 30-летию LR. И вот в этот новый оборот входит все. Если вы умеете продавать, вы можете сделать этот оборот на продаже. Если вы умеете строить бизнес, подключать партнеров, вы можете сделать 1000 баллов, подключая партнеров. Если вы умеете хорошо запускать партнеров и помогать им строить бизнес, отлично, вы можете сделать 1000 баллов таким образом. То есть вы можете выполнить этот промоушен любым способом, в котором вы сильны. По-моему, отличная новость, которая январь сделает действительно жарким. Окей, едем дальше. Но это еще не все. Действительно, у нас есть конкурсы, в котором могут победить все. И есть еще для самых амбициозных, для тех, кто чувствует, что готов посоревноваться, чувствует, что навыков хватит, энергии хватит, мотивации хватит, есть еще специальный конкурс на поездку мечты. Для 3 победителей по новому обороту, то есть 3 человека, которые в январе и феврале суммарно сделают самый большой новый оборот, поедут в поездку мечты. Причем, как нам это озвучила компания в Германии, смотрите, до этого был конкурс по всему миру. И, откровенно говоря, немецкие партнеры нам утерли нос. 3 самых первых места заняли немецкие партнеры. Там было, знаете, 1130, что ли, баллов нового оборота они сделали. Так вот,
В этом году компания приняла решение еще сделать отдельный конкурс для России, Украины и Казахстана. И вот будет незабываемая поездка для трех победителей в России, Украине и Казахстан, ну, то есть в странах СНГ. На мой взгляд, это очень хорошая новость. Ну, то есть понятно, что мы будем соревноваться и со всем миром, но еще и внутри русскоязычного пространства тоже можно будет позажигать. Окей. И напоследок, что у нас осталось из сладких вещей, дорогие товарищи, это событие года. Как вы знаете, в мае месяце пройдет глобальная конвенция лидеров, на которой компания озвучит свои планы стратегические, на которой будет запущена линейка продукции, которая, вот, ну, мало есть информации про нее, но то, что мне удалось узнать, я могу сказать, это то, что очень сильно увеличит наши товарообороты. Особенно в тех группах, которые научились работать с тестовыми наборами, с тест-паками. И вот, соответственно, на этой конвенции будет озвучено, что это за продукт, что за новости, и у нас с вами начнется новый большой этап в бизнесе. Это будет происходить в Берлине, это будет происходить в Германии. И, как вы знаете, до этого компания ставила условие, что необходимо быть лидером группы. И я попрошу сейчас в чате написать лидеров группы, вот плюсик поставьте, если вы эту квалификацию выполнили, и вы едете на это событие, если вы лидер группы. Отлично. Но в Берлине, когда мы были на Гала-бале в Новый год, компания нам озвучила новое условие. Компания приняла решение, что на это событие смогут поехать партнеры, которые выполнят квалификацию 21%, младший лидер группы. По итогам января и февраля, то есть два месяца нужно выполнить эту квалификацию будет, январь и февраль. То есть, ну, друзья мои, на мой взгляд, это потрясающая новость, которая нам позволит привести на это событие гораздо больше людей, гораздо больше людей. Итак, соответственно, январь и февраль 21%, и вы квалифицированы на то, чтобы поехать на событие от компании. Ну что ж, друзья, вот это как раз те новости, да, вот напоминаю, что младший лидер группы – это 12 баллов, тысяч баллов группового оборота, то есть есть ваш личный оборот, и помимо него еще команда ваша должна сделать 12 тысяч баллов. Ваш личный оборот в этих 12 тысяч баллов не участвует. 6 бонусных линий, 250 баллов личного оборота, да. Этот квалификат нужно подтвердить в январе и в феврале. Итак, вот такие новости подготовила для нас компания, и я действительно, я вижу, что вот это поможет нам привлечь в бизнес большое количество очень сильных людей. Людей, которые сейчас ищут какие-то возможности, людей, которым нужна стабильность вот в это кризисное время, людей, которые ищут хотя бы какой-то способ семью свою удержать на плаву. И вы можете дать этот шанс, вы можете этот шанс дать большому количеству людей. Вот. Знаете, друзья, мне, собственно, даже вот, ну, я даже не хочу вас мотивировать особо как-то сильно, потому что идея очень простая. У нас с вами есть потрясающее предложение, которое сейчас заинтересует большое количество людей. И если этим людям не будете звонить вы, им позвонит кто-то другой. Вот и все. Но компания LR в 2015 году вырастет очень сильно. 2015 год с LR – это большой шанс. Я поздравляю вас, вы приняли правильное решение, вы начали бизнес с LR. И это уже отличный шаг, это уже перед вами открывает большие возможности. Так вот, 2015 год – это шанс, который выпадает, на мой взгляд, раз в несколько лет, потому что все сошлось вместе. Компания удержала цены, запуск новых продуктов, запуск новых конкурсов, программа лояльности, справочник по продукции – все сошлось просто вот вместе. И вот такой шанс выпадает, такое сочетание обстоятельств выпадает раз в несколько лет. Не упустите его. Это единственное, что я хочу вам сказать. Ну что, друзья, на этом мы подводим итог по новостям. Но наш вебинар на этом не заканчивается. Сейчас мы переходим ко второй части, у нас еще будет и третья часть. Но во второй части мы с вами поговорим о том, мы с вами спланируем, как эти новости использовать для максимального роста в вашем бизнесе. Успехов вам в бизнесе! Спасибо!